Доброе утро, Полтава. Здравствуй, Украина. Я в офисе 1580. Доброе утро, Сергей Станиславович. Что у нас за последние сутки? За прошедшие сутки у нас не поступила информация ни об одном чрезвычайном происшествии, к счастью. Слава Богу. По коммунальным службам, значит, продолжают стоять у нас котельни на плановом ремонте. Давайте я еще раз их назову, на всякий случай, возможно, кто-то не смотрел. Значит, котельная Европейская 68 и котельная Черновола 2Б стоят до 20 числа. 20 числа день пуска. Также котельня Гужулицка 18, Боленко 7, Раисы Кириченко до 25-го, Раисы Кириченко до 23-го. И Анатолия Кукубы 27, Олеся Гончара 27А. И Квітуча 6, Кукубы 27 до 23-го, а Гончара и Квітуча до 25-го у нас стоят. Значит, по погоде на сегодня нам обещают анонсировано вам вчера похолодание. Сегодня 14-16 градусов, ночью, та, что была, нам передавали синоптики плюс 3-5. Ну, осадков пока не передают, но хотя на выходные я смотрел. Там, я тоже смотрел, завтра или на вечер уже как-то не дальше. То есть, в принципе, по коммунальным службам у нас все спокойно, запускаем сейчас уже в ближайшее время эти котельни. Ну, понятно, что там еще добавятся, у нас 90 котельней, это может сегодня будет вставать. Сколько это у нас примерно уже прошли плановые ремонты? Буквально, я думал, что там меньше десятка, потому что мало котельных, да, даже не 10%, я думаю, что процентов 7 где-то так, в основном микрорайоне Алмазном у нас. То есть еще много работают и по сети. Вчера был объезд города, проверили мы три места отдыха населения на речке Ворскла из 9. Заезжали в Полевичковый парк, там уже активно готовятся к соревнованиям по триатлону, уже расчищают и берег. Сам кто расчищает? Сейчас работают коммунальные. Коммунальные? Да. То есть и заезжали на первый и второй пляж, которые закреплены у нас за предпринимателями. В принципе, есть небольшие недостатки, которые, я думаю, что до парного сезона уже будут устранены. Ну, так тоже поступают заявки, все больше заявок идет по ливневкам. Сейчас опять будем составлять письма, будем писать на соответствующие организации, что нужно выполнять работы. Ну, вчера уже не только по ливневкам, но и по водоканаловским крышкам, люкам тоже были заявки. Сергей Станиславович, температура упала, люди не звонят, отопление не просят. Был у нас позавчера звонок, женщина звонила, 17 градусов в квартире, включайте отопление. Ну, понимаю, что с пониманием относимся к таким звонкам. Может, это шутка такая была? Они думали, что шутка, потому что женщина очень кричала. И, ну, есть такие звонки. Я думаю, что в ближайшее время уже остаточно и таких звонков не будет, хотя бы в июне месяце. Ну, это такая шуточная сторона работы. Все, удачи, всем пока-пока.